Привет, друзья! Продолжаем серию роликов о ракетах, используемых авиацией России. Сегодня пойдет речь о ракете Р-37М класса «Воздух-воздух» сверхбольшой дальности. Экспортное название ракеты – РВВПД. Ракета принята на вооружение в 2004 году и создана на основе ракеты Р-33, о которой ранее мы рассказывали. Ракета Р-37М предназначена в первую очередь для поражения на большой дальности самолетов-разведчиков и самолетов-постановщиков помех. Ракета сейчас не имеет аналогов, так как дальность поражения целей по результатам испытаний достигла 304 километров. По оценкам специалистов, ракета может поражать цели на дальности до 400 километров. Ракету Р-37М или РВВ-БД могут использовать самолеты МиГ-31БМ, Су-57 и Су-35С. При использовании внешнего целеуказания российские самолеты, использующие эти ракеты на большой дальность, становятся неуязвимыми для авиации и ЗРК противника. Возможно, ракеты использовали и на Украине, но официально об этом не сообщалось. Система наведения ракеты инерциальная, с радиокоррекцией до 100 км и активным радиолокационным самонаведением на конечном участке траектории полета. Это около 40 км. Ракета 37М способна поражать цели, летящие со скоростью до 2500 км/ч, на высотах до 25 км. Длина ракеты 4,2 метра, масса 600 кг, масса боевой части 60 кг. Срок службы ракеты – 8 лет. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.